Встреча самарцев с королем короткого метра. Сергей Тютин приехал в столицу региона рассказать о самом крупном национальном фестивале короткометражного кино в России. Ежегодно на фестивале «Арт-кино» представляют около 700 фильмов хронометражем до 30 минут. Киномарафон проходит в два этапа. Первый в Москве, а второй в 30 городах страны. На нем проходит голосование за лучший короткометражный фильм года. Мы, с одной стороны, помогаем молодым кинематографистам, с другой стороны, мы помогаем профессионалам найти таланты. Вот. Ну и не только, кроме этого, мы помогаем зрителям в других городах увидеть лучшее короткометражное кино со всей России. Общение с кинорежиссером прошло в рамках цикла встреч «Эхо кинофестивалей». Первое состоялось еще в марте. На них зрителям рассказывают об искусстве, о том, какие фестивали проходят в стране, как они создаются и кто стоит за кадром. Но это не просто показывать кино, приглашать, допустим, актеров, которые все знают, да, медийные люди, а это именно приглашать людей, которые стоят за фестивалями. Это их создатели, это программные директора, это те люди, как я их называю, люди 25-го кадра, которые не всегда видно, но они делают очень большую работу для проведения кинофестивалей в стране. Среди поклонников короткого метра и актриса Самарского театра «Витражи» Алла Набокова. На этой встрече она присутствует в качестве зрителя. Говорит, общение с коллегами вдохновляет на творческие поиски. Конечно же, это всегда важно и интересно, потому что это получение новой информации, это толчок для творчества, это познание нового и обмен опытом, впечатлениями. И все это объединяет всех творческих людей. Мне кажется, это очень важно и очень интересно каждый раз. Самарцы увидели фильмы-победители московской части фестиваля. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.